Симферопольский парк имени Юрия Гагарина официально приобрел лицо. Открытый международный конкурс на разработку концепции развития парка подошел к концу и нашел своих победителей. 16 декабря в администрации крымской столицы состоялась церемония награждения. Поблагодарить участников за проделанную работу собрались представители правительства республики и столицы. Хочу в первую очередь подчеркнуть высокую ценность для города Симферополя в проведении архитектурного конкурса. Выразить слова благодарности Совету министров Республики Крым за инициативу и организацию конкурса. Выразить слова благодарности Союзу архитекторов Республики Крым за проведение этого конкурса. И, конечно, спасибо большое участникам за работу, за результаты и за приложенные усилия. На участие в конкурсе поступило аж 40 проектов по концепции парка. Победителем стало творческое объединение крымских архитекторов, мастерских и научных сотрудников Крымского федерального университета. Еще одно призовое место занял коллектив из Санкт-Петербурга. Все предоставленные проекты оценивались по ряду критериев. При этом основной задачей стало сохранение зеленой территории. Основное, в принципе, требование было максимально придерживаться, не вносить глобальных изменений, учесть существующую градостроительную ситуацию и положение Гагаринского парка в жизни города и Республики Крым, и разработать функциональное зонирование, сформировать стратегию развития парка с учетом всех недостающих в нем элементов, для того, чтобы население, горожане и гости могли максимально реализовать свои права, потребности и желания в рамках эксплуатации парка. Общий призовой фонд конкурса составил круглую сумму – 1 миллион рублей. Концепция победителей конкурса ляжет в основу проекта, который будет создан творческой группой в течение следующих 6 месяцев. После экспертизы и обсуждений проект реализуют. К масштабной реконструкции парка планируют приступить в конце 2021 года. По планам стоимость всех работ не превысит 700 миллионов рублей. Власти республики рассчитывают, что в результате преображения Гагаринский парк можно будет с гордостью называть визитной карточкой Симферополя. Татьяна Ополева, Служба новостей ИТВ.